Дорогие и любимые наши олимпийцы, экипаж Международной космической станции в составе командира экипажа Александра Мисуркина и бортинженера Антона Шкаплерова приветствует вас и желает успешных выступлений на 23-х зимних Олимпийских играх. Для каждого спортсмена покорить Олимп – это самый сложный и важный шаг в жизни. Вы долго и упорно стремились к этому событию. Многие годы провели в изнурительных тренировках, в упорной подготовке к олимпийским соревнованиям. Так покажите всему миру свою мощь, характер и волю к победе. Пусть огромная сила воли, боевой дух, неимоверное упорство и стремление к победе, беззаветная любовь к нашей стране и своему делу принесут вам золотые медали на международной арене в южнокорейском Пхёнчхане. Вся наша страна с нетерпением ждет вашего успеха. Мы верим в вас. Все наши помыслы с вами. Пусть наши переживания согреют вас в нужную минуту, придадут смелости и спортивного мужества в самый решающий момент. Мы, экипаж Международной космической станции, станем вашими самыми далекими болельщиками. Но сердца наши будут с вами на каждом старте. Желаю вам достойно отстоять честь нашей страны и вернуться домой с высоко поднятой головой. Космонавты Роскосмоса Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров.